Ребята, сейчас гуа, фрукт вообще не сезон. Гуа фрукт растет только 3 месяца. Марч, апрель, май. Поэтому арбузы по 300 рублей. Бля, реально. Плюс 40 градусов потом. На рынке базар продает фрукт, да? Все фрукты не гуанские, это другой индийский стат, другой страна, как импорт, Таиланд там. Вот это что это такое? Вон. Поплавок. Что ты нам заливаешь? Да, не знаю. Это мыло, муляж. 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 Что мыло. Это? Руки помыть, мыло. А-а-а. Форм кашу. Как растет кашу? Кашу арик. Там растет плод, как болгарский перец. Арик. Один плод, один арик растет. Арик это снимает, потом фабрик бавляет. Жарит, шкурка это раскрывается. Внутри кашу есть. Шкурки с кашу и давите, шкурка это раскрывается. И с плотом делит сок. Сок это фермент, как брашка. Брашка, мешает там печка, самогон накрывает, лагун. Брашка. Там кипятит, там азмевик есть, потом туда капли-капли. Русско-английского. Русско-индийского. Первый чок. Аппарат самогонный. Первый чок это джанский фини, это 10-15 градусов алкоголь. Русский первый как наоборот, да? 70-80 градусов. 50% первый, 50% сок из кашу. Миксит, мешает. Еще 2-3 дня брашка. Потом вторая дистиль, это фени, это мужчина фени. Это 40-45 градусов алкоголя. Записывай. Пилит фени? Нет. Не пилит? No. После экскурсии потом пью. Это у нас традиция. У нас здесь португальский традиция. Гоа это португальский колоний. У нас все традиция это португальский. Фени это аперитив, как антисептик. Чуть-чуть, не хорошо запах, как пить текила. Много пьет, потом большая проблема. Голова болит, понимаешь? Индийский голова болит, русский нет. Фени-коктейль. Базар продает, бар продает, Гоа бар продает. Очень вкусно. Фени, ананас сок, лайм сок. Очень вкусно. Все, вот это у нас легальный самогонный аппарат. Абсолютно легальный. Сейчас тут нету, не работает. Легальный самогонный. Жескач. Самогонный аппарат.